Сегодня вторая годовщина освобождения Кельбаджарского района от армянской оккупации. Три района были освобождены политическим путем после военных успехов Азербайджана в ходе 44-дневной Отечественной войны. Так, 20 ноября 2020 года под контроль Азербайджана перешел Агдам, 25 ноября – Кельбаджар, а 1 декабря – Лачин. Таким образом, Азербайджан добился освобождения от оккупации Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов без потерь и без единой капли крови. Президент Азербайджана, верховный главнокомандующий вооруженными силами Ильхам Алиев 25 ноября 2020 года обратился к народу и поздравил с освобождением Кельбаджарского района от оккупации. Сегодня Азербайджан ведет работы по восстановлению инфраструктуры в Кельбаджаре, обладающем восхитительной природой и имеющим уникальное стратегическое значение, поскольку этот район граничит с Арменией. Азербайджанская армия за прошедшие 2 года значительно укрепила свои позиции в Кельбаджарском районе.